Мои дорогие, как что-то чешется нос. Не знаете, к чему бред? Ребят, у меня пока моется аэрогриль. Сейчас я быстро нарубаю салат. Очень легкий, ничего лишнего. Я купила креветок, думала, я сделаю салат с креветками, но пока не буду, потому что у меня есть рыба, ее надо сготовить. У меня будет салат и рыба. В общем, капусту можно порубать, как хотите. Ничего тут. Ну, я просто единственное, чтобы пока моется, я сейчас сделаю салат и за чуть-чуть вон с лимонным соком посолю, послащу рыбку. Так. Рубаем покрупнее, чтобы чувствовалось. Что сюда у меня? Помидоры? О, целая ваза хрустальная получилась. Говорю, что раньше прям могла целый этот нарубать. Целый вилок капусты, а потом не сожрать. Готовим на один раз. Все салаты надо учиться готовить на один раз. Ну, естественно, если у вас большая семья. И вот кусок сыра у меня. Тут больше ничего не будет. А заправку как хотите. Думаю. Может, туда добавить чесночку? У меня заправка, как всегда. Вот такая помидора ку-ку. На к как-то называется. Кумани какая-то. Я так тоже на крупненько. Соевый соус у меня и сметана. Все. Как я сегодня разбита, невыспанная. Сплю. Хотя, ну, сейчас погода разгуливается. Говорю, давай, вставай. Лошадь старая. Вот такой вот салатик. Можно сбрызнуть лимончиком. Слушайте, давайте попробуем я. Сладкая. 200 с чем-то рублей. В общем, все, папа в паре. И трусыр. Сюда же. И сейчас, блин, что-то как-то это, лампа не так стоит. Тру сюда сыр, сейчас потру. И все намазать. Руки сполосну, чтобы было все чистенько. Ну, вот такой рецепт салата, думаю, что вкусно. Огурец у меня есть, у меня остался последний огурец, поэтому я его экономлю. И у меня есть яйца, я его сожру с яйцом. Просто так. Яйцо почищу, вареное. И огурец. Все, трем сыр, и сейчас я форельку с вами замариную. Ну, уже делаю сначала салат, пока мазать не буду. Мажу, кто хочет, майонезом тоже будет вкусно, можно сюда сухарики насыпать. Просто простой опять легкий салат. Я по салатам пошла. Понеслась Наташа по салатам. Сыра тоже не очень много, пусть оставлю я еще немножко сырка-то. Вот такая вазочка у меня салата получилась. Заметьте, хрустальная. Как всегда, не забываем готовить хрустальную вату. Ну, наверное, мешать не очень будет удобно. И за рыбкой. Ну, вот, кстати, какие хорошенькие кусочки-то. Посолить немножко. Хотела не солить рыбку, но все-таки я ее посолю. Прям немножечко. Я так делаю. В общем, я так. И все. Легко и просто. Сейчас пока она у меня маленечко замаринуется. Вот не знаю, надо, не надо. Я про перец. Хочу я или не хочу. Салат хочу, рыбы хочу. И чуть-чуть лимончиком, да? Кто-то любит. Ну, я уже говорила, это для любителей. Все, пусть маринуется. А я вам уже покажу, что получилось. В общем, все, чмоки-чмоки. Нет, еще не чмоки-чмоки. Сейчас, ну, кто как, кто на сковородке, кто в духовке, кто может вообще отварить. А я в этот, в аэрогриль. На режим рыба и все. Сырую жрать я ее не буду. Ну что, вот, ребят, мой обед готов. Рыбка в аэрогриле на 14 минут при температуре 180 градусов. Попробуем. Пожрем, приглашаю на мукбанг. Всех обняла. Вот теперь. Пока-пока, чмоки-чмоки. Важно.